Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте на странице 31 выполним задание под номером 3. Слово «патриот» происходит от греческого слова «патрис», что означает «родина». Объясни связь между этими словами. Кого мы называем патриотами? Патриот – это человек, преданный своему отечеству, своему народу, готовый на любые подвиги и жертвы во имя Родины. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.